В Риме один из древнейших памятников истории стал сегодня трибуной для демонстрантов. Группа безработных охранников устроила акцию протеста на знаменитой арке императора Константина, построенной в IV веке. Демонстранты требовали вернуть им рабочие места, ликвидированные в результате сокращений городского бюджета. Вывешенные протестующими плакаты гласили, что они согласны на какую угодно работу, так как любой труд достоин уважения. Бывшие охранники заявили, что не спустятся с арки, пока мэр итальянской столицы не согласится встретиться с руководством профсоюза и найти пути выхода из ситуации.